Всем привет, дорогие мои, с вами Кася, да Юрчик, ребята, сегодня со мной играет, да нет, GTA 5 онлайн с рубрикой «Русские дороги». Кукусики, ребята. Что ж, ребята, нам сегодня снова предстоит разбивать машины просто в щи, гоняя вот по этим ямам-кочкам. В общем-то, как и русские дороги, расстояние здесь большое, какая, в общем-то, подвеска будет, у какой машины, мы не знаем, но, тем не менее, задача проезжать как можно дальше, ребята. В конце нас ждет 100 баллов, и на самом деле здесь уже побывало приличное количество машин, которые максимально нас удивляли, поэтому надеюсь, что сегодня серия будет не исключение. Устраивайтесь, ребятки, поудобнее, как всегда. Если кто-то кушает, приятного аппетита. Завозите лайк, будет очень сильно приятно также нам. Спасибо. Ну и, ребятки, конечно же, правила. Сейчас мы спавним по одной тачке, едем по нашим кочкам. Кто добирается дальше, на следующий спавнит 3 тачки, проигравший 2. Так проведем кучу раундов, ну и посмотрим, кому завезет. Поэтому давайте начинать с расходов. Пошла по кочкам. Пошла, да, по кочкам, да, да. Используем, разумеется, да, все из реальной жизни, ребята, и стандартные классические машины из GTA Online по желанию. Типа, почему бы и нет, если нравится, то бери да рули. Так, слушай, у тебя ровер какой-то заниженный. Рули. Давай, давай попробуем. Али рули. Али поехали. Рули. Ребятки, ну-ка, конечно же, подпишитесь на каналы, ссылочки есть все в описании, сделайте красную кнопочку серой, нам будет очень сильно приятно, потому что набираем уже... семью. Получается, второй миллиончик, это важно. У тебя уже полтинник, это тоже довольно-таки неплохо. Полтинник, полтос. Так, а у меня Альтима какая-то. Ниссан, максимально странный Ниссан, максимально стрёмно едет. А я тебя перескакал. Один, да? Перескакал просто. Сайган, блин. Ну да, неплохо получилось. Ну и, ребята, как вы поняли, в таком темпе мы сейчас и будем продолжать. Единственное отличие, кто дальше, у того три тачки. Поэтому давайте смотреть, что будет впереди. Ну, давай. У меня две получается. Да, у тебя первая. Две. О, две Феррари, да, у нас интересных. Так, у тебя Корвет, у меня, кстати, какой-то внедорожник, бомбардировщик. Я, походу, вылетел, что ли? У меня что-то все зависло. Что ж, ребята, я вернулся, я загрузился. Корвет у Вани, а мы берем себе, получается, следующую тачку. И что это за тачка будет? Вопросики, вопросики. Камри. Я возьму, наверное, быструю Феррари. Сделаю такую ставочку. Внедорожник брать я не хочу. Давай попробуем. Начинай. Начинай. Топи вперед. Поехали. Просто жги резину. Ну и старайся диски не потерять. Это же... Оу-оу-оу. Это кобыла. 44. 44, да. Ребята, забыл сказать, что у нас есть система экстра баллов. То есть плюс 10 баллов можно получить, если машина вот такая низкого, маленького габарита, получается, на жерночке повиснет. У меня тут 48, а повиснуть тачка, ребята, визуально, чтобы вы понимали, должна вот так вот. И тогда эти баллы получишь себе на счет. Что ж, ребятки, радостно. Я был чуточку дальше. Три машинки у меня, Bugatti Diva, спасибо. Джип какой-то интересный. Вот это страшно. Это мы использовать не будем. Да, режили, это хорошо. Лимузиандр. Я возьму. Но лимузиандр, если повиснет, 10 баллов тебе не светит. Сразу говорю, ты слишком длинный. Ну, тебе, да, это, да, тебе другого понимаю. Ничего нет. Ты не светит, я думаю, по-любому повиснешь. Так, ну, вот так вот. Я Диаблик возьму. Ой. О, где я? А что я за рулем лимузина? Я что-то не понял. Как мы так поменялись-то местами вдруг неожиданно? Ну что ж, давай, гони шофер, как говорится. По кочкам. Давай. А ты едешь? А, да, поехал. Ты у меня стоял. Ну, пытаюсь. Но... Давай еще. Ну поехали, ну, я давай тебя вижу. Попереду дадим 41 балл, но... 41, да. Нам попадался вроде длинный Хаммер, я помню. Я вот не помню, мы его учитывали или нет, но он прям тоже такой максимально странный был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 64! Bugatti Diva! Реально? Да! Получите, распишитесь. Себе. Люто так-то, честно. Да, жестко, жестко. Красивенько. Следующий, ребята, раунд. Ай, я в яму провалился, кое-как вылез. Повезло. Так, такое себе. Так, РС-очка неплохо. У меня Мерседес хороший. Бэх у тебя. Возьму РС-очку, пожалуй. О, но. Вот это еще и убирается. Пороги, глушитель, шасси, решетка радиатора, капот, крылья. Все лишнее нафиг. Ну и все. Так, давай начинаем. Ребятки, есть также новости, давай, что поехали. У нас появились новые каналы по GTA, где выходят рубрики, которые не выходят на основе. И многие, кто уже подписался, прям ностальгируют. Там очень всего интересного много. Ты где? Ты у меня... Вот он. 59. 59, неплохо. Ты пролетел, получается, или как? Да, я там подлетел, улетел, так хорошо. Так, ну у меня типа заряженный вот такой военный бронетранспортер. Я уверенно еду. Дальше проехал меня. Ой-ой-ой, да. 70 проехал уже. Ну, 74. Чё по дропу, ребят? Интересно максимально, пока начали.
И получается, это дальше Дива, Бугатти намного. Солидно, солидно. Такие машинки, ребята, я люблю. Особенно, которые на высокой подвеске, не бьются, нормально едут. А заниженная очень слива. О, у тебя Волгарь и... Что это? Можно я-то не буду брать эту... Ну, давай, ладно, так и быть. Так и быть. Пускай поменяешь. Просто фера. Так, колеса. Колеса нормальные ставим. От Мерседеса колеса не подходят ни Санчику. Начинай. Патруль за тобой сейчас, как говорится, будет выдвигаться. Так. Низкая очень тачка. Кто меня ударился? Блин, где ты? Ну, 49, короче. 49. Да меня в 42 ударился, да. Чтобы ты понимал. Так. Ага, нормально. Ну, у меня надежда умерла последняя. Ты это видел? Тайм-коды! Чтоб ты понимал, я врезался где-то в 45-ю, с альтухой врезался в 47-ю и через тебя долетел до 50-й. Чисто по кочкам, получается, кубарем летел. А такого еще не было. Это прям исторический момент, я бы сказал. Как говорится, на храпом можно взять все. Так, ладно, поехали. Неожиданно прям максимально все-таки было. Так, максимальный Мерседес странный какой-то. Ровер? Это GTA-шная. Ну и ровер. А ты был дальше или я был дальше? Я был дальше на одну. Я вот так вот возьму. Ладно, возьму вот так. Автобиография вроде как. А у тебя там... Что ты такое? Это Феррари? Это Мазерати вроде. Это Мазерати. Так, брат Мазерати. Окей, ребята, давайте посмотрим. Машинка старенькая, но низкая довольно-таки. У меня вообще 42. Это 40... Да, 42. Так оно и есть. Не, стоп. 41, 42, 43 у тебя. Так, ладно. Хотел нас обмануть, но мы-то честные. Маску 43 у меня показывает. А, да, 43 точно. Да, 51, я ехал очень уверенно. Да ты заколебомбыч. Ну, пока нормально, нормально. Ребят, напишите, кстати, в комментариях, кто откуда, кто где живет. Я знаю, что очень большая обширная аудитория у нас, и ребята с Казахстана, с Украины, с Беларуси, там везде очень много всех. Да-да-да. Вот кто откуда, прям максимально интересно. Так, а у меня типа раз... А, типа 2 можно? Так, типа 2 и типа 3 стандартные пока. И Мерседес. Типа давайте возьмем вот эту фигню, фиговину. Она попадалась, но не такая. Типа они плюс-минус далеко не едут, но будет интересно. Давай начинай, у тебя хорошая заряженная ламба на самом деле. Давай. Так. Поехали. Это прям очень хороший Хуракан. Ну ты у меня врезался очень плохо. Но... 42. Да, это... Нет, 47. 6-7, да. Так, ну, я не уверен, что я буду на 47. Слишком длинная база. Слишком длинная база. Зато я буду дальше. Да, в всяком случае. Это 53. В целом, хорошо. Если честно, ребята, таким фургончикам я прям особо не доверяю, потому что они цепляются. У меня Диабло, это очень хорошо, пушка-тачка. Так, джип у тебя Бугат и Волгарь. Русские дороги для русских машин, все мы это знаем, но да, тут есть хорошие гиперкары, которые просто мы обязаны протестировать. Подвеска есть? Да. Подвески нету. Так, ладно, полетели сюда. Ой-ой-ой, ты у меня врезался. Чё? Сколько? 42. Да, 42, значит, визуально 42 то же самое. Вообще не поехало, да. Так, вопросы к Диабло теперь. Так хорошо начала и... Дальше проезжает. Как это, блин? Объясни, пожалуйста. Я не знаю, что мне делать. Жалко, не завис на шордочке 59. А, ну, в целом, да. Пока что, ребята, машины, которые должны не ехать, они едут, это странно. Как говорится, и такое бывает у нас, конечно же. Так, давай, поехали. Так, это у меня первый. Так, Оретик. Жалко, летающий байк нельзя брать. И Тесла. Это вторая. Так, Тесла плохая. Так, ну... Тесла плохая. У тебя вообще, конечно, подбор. Тебя в каждом раунде что-то прикольненькое. Да, мне пока завозят. Да. Я прям на дроп вообще, ребята, ни в коем случае не жалуюсь. А, это, возможно, кстати, потенциальный 60 у меня. У тебя типа СС вроде. Этот Шевроле. Да, отличный маслкар. Так, да. Ой, подлетел 46 да у меня. Да засейвься ты. Вот ты крутился долго вокруг нее. Прям обрабатывал, и плюнул в итоге на нее. Да. Доела нам. Максимально странная подвеска. Он прям клюет, но его спасает подвеска. Я куда в сторону-то уехал? 70. Ну сильно. Все равно сильно, ребят. Это неплохо все равно. Максимально легкий такой броневичок. Был бы тяжелый, типа Титана. Мне кажется, бы дал.
Ушел. О, кстати, это 98 Припять, это же пожарный получается. Прикольно. Вот такие вот дела, вот такие пироги. Пока радостно. Акурам. Порш. О, наконец-то, хоть что-то. Астон Мартин, у тебя прям нормальный дроп. У тебя прям нормальный, да. Так. Я не знаю, что мне брать, что мне делать. Акуру давайте попробуем, ее просто никогда не было. Давай, у тебя хороший джип заряженный, он попадался уже, он плюс-минус неплох. Главное, чтобы подвеска не подвела, может, конечно, и отрикошетить. Да. Но ты у меня врезался в 42. Она клюет вниз, прикинь. Да. Просто клюет вниз. Где ты? Где ты? 51, но клюет просто. Ну, 51. Я у таких машин стараюсь контрол поджимать, потому что плюс-минус перед немножко поднимает, но особо не всегда работает, да. Да не, ну не дальше же меня. 50, но почти. Я был рядом. Я был рядом, да. Как говорится, железной хваткой просто Ванька пока что взяли и не отпускаем далеко от себя. Опять Акура, чё? Жук. Так, но... Жук. И Lexus. Да, именно так. У тебя максимально дроп такой себе. Еще одна машинка нормальная. Второй. И так, стандартная. Вертолет. И это Toyota вроде как. Но у меня типа тоже очень низко. Прям максимально очень низко. Прям ниже плинтуса. А Гетта? Была в прошлом раунде такая же, нет? Нет, похоже. Тоже Акура была, но это другая. Похоже. Это прям обвесика какая-то такая спортивная, прокачанная а-ля, все дела. Плохо едешь как-то? Да и полетел тоже хреново. 46. Да, максимально плохо. Так, ну давай как брат-собрат твой. Это даже лучше. Как низко, тащи. Я вообще не знаю, мне везет, да, 52. Вообще ни хера ни одна машина не едет, бесит уже, что за бред? Это русские дороги, братан, это бывает. Ну что ж, да, ребятки, обычно-то как бы плюс-минус вровень как-то идем, а сегодня что-то мне прям везет, нифига яхта. Хорошая, заряженная. Первая. Так, у меня РС-очка. А, типа, что это? Ягуар у тебя... Ну ладно. Ну, я РС-ку возьму, остальное, кстати, два вроде как Ягуара было. Так, ну давай, нифига у тебя как капот агрессивный, ема там спойлер. Прикольные обвесы. Агрессивный. Прям. Так же сейчас агрессивно, быстро. Она еще хуже, еще ниже. А 43. 43. Зато выглядит это пидата. Фиаско было грандиозное, согласен. Это знаешь, это как заниженные в хламину приоры, которые через лежачих полицейских по доскам катаются, вот типа того. А 46, 47, 48. Кстати, резко, ну, немножко подкачал. Продолжаем, ребята, пока все прямо радостно. Кстати, у нас тут наконец-то снег пришел. Прикиньте, прям наконец-то он пришел под Новый год почти. А, так, ну, типа у тебя хорошие две тачки были, у меня тут выбор не особо большой, но Porsche. А, Porsche, возможно, хорош. Давай, начинай. У тебя Dodge, да? Porsche, Dodge Ram. Возможно, Dodge, кстати, да, 4x4. Dodge Ram, да, все правильно. Ну, подвеска интересно играет, вопрос, ты у меня просто упал. Хрень какая-то, 47. Просто, они все не едут. Это максимально странно, я с тобой полностью согласен. Porsche будет дальше, чекай. Да. Емать, да. Porsche проехал дальше, что за бред вообще, не 53. Это максимально, ребят, странно, я полностью с вами согласен. Как бы высокие, как бы внедорожники едут очень плохо максимально. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как такое может быть? Ну а мы пока спавним тачки. И это... Давай. Audi, не твоя. Так, вот такой вот Mercedes и мыльница. Опа, квадрат. Ну, красивенько зато красивенько, да. Хотя она тоже, наверное, тяжелая сама по себе. А я в мыльнице поеду, чё бы нет. Не зря же делали такую. Ну, поехали, давай. Просто кто тебя создал такую? О чем они думали вообще? Кто создал такую? Так, слушай, неплохо пока. А, чего? Почти повис. Ты у меня дальше уехал, чтобы ты понимал. 48. Да, 48. Они, ну, ни одна машина тупо не едет вообще. Пока что не везет. Так, мыльница. Ай. Да ладно, ты упал раньше меня. Я упал, да, раньше. Вот этот поворот, сейчас же заживем. Тесла первая тачка, родстер хороший. У тебя еще одна есть. Шаха, чебурек, если быть точнее. Понятно. Так, и Volkswagen. А я чисто возьму... Ой, Торетто, выйди из чебурека. Типа Торетто на минималках. Это выйди из чебурека. Ну, типа, да. Ну, допустим. Главное, семья, не чебуреки. Давай, начинай. Так, если неплохо. Если большие, то можно и
чебуреки. Да? Что-то один, короче. Может быть. Может быть. Чебуреков захотелось. Да, есть. Домашних. Вот, вот, вот. Так. Понятно, что не на вокзальных. Назальных. Так, 46-47. А в целом, да, в целом, меня это не устраивает, слышь. Дай-ка мне обратно мою первую. Да слышь, два раза всего лишь ты приехал позже меня, камон. Где два, там, возможно, и три. Это вообще нежелательно. Так, у тебя додж. О, доньки стайл. Нормально, пойдет. Ну, что это такое? Я уже хотел ехать, ребята, на инкассаторах, уже прям настроился, а тут, пожалуйста, потенциальная сотка. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Извините, я вас не видел. Так, это будет максимально интересно. Давай. Донька на доньке. Так. Ну, хорошая подвеска, как ни крути. Цепанулся, да, ну, как-то? Ну, типа 54, да, да. Так, ну 100 или не 100? Ставочки, ребята, ставочки. Пока что принимаются, пока едем. Он медленный, он прям максимально медленный. Сам ты понимал, мне в прошлой серии упала зенитка ПВО. Она плюс-минус как КамАЗ выглядит, но она проехала эту сотку. Я вообще даже не заметила. Просто пролетела. Ну я еду уверенно, ребята, да. Мы такие уже видели с вами агрегаты. И это сотка. Пусть агрегат. Это просто жирная точка, наверное, в сегодняшнем состязании. Просто доехали. Отлично, отлично, ребята, баллы. Не знаю, что по баллам, я понимаю, что я чуть дальше. Но насколько дальше, видите, пока что таковы. И я предлагаю сделать последнее, ребята, испытание. В общем-то, очень много вкусного. Давай, интересного поехали. Мы увидели. Каунтач даже дали, карт не будем считать. Так, Титан, иди отсюда, ты меня уже один раз сегодня. Ну, я вот так, я думаю, что возьму. А можно меня? О, спасибо. Так, что у тебя там? О, джип неплохой. Так, у меня еще две тачки. Джип, да. Так, рандом бум. О, интересно, кстати. А это что? Это, кстати, бум. Русская тачка, да? Это русская тачка. А давайте ее и возьму. А чё бы и нет, потому что сегодня из русских тачек как бы дефицит был. Ну, давай. Давай, давай, начинай. Поехали. Так, погнали, посмотрим. Подвеска работает, подвеска неплохая, но джип... Сомнительное удовольствие. 46 у меня. 52. 50, не особо, 50, конечно, лучше, давай, чем да. Ты сказал. Ну, там рассинхрончик был, кто не понял. Так, колеса обычные. Большой. Все, поехали. Я надеюсь, что вот эта тачка сейчас поедет. А может и не поедет. Это мы узнаем буквально вот. Отлично, потому что 51, 52, 53. Серьезно, просто прям поехал, 53. Да? Ну, это русский кар, да, типа неплох. Что ж, ребята, вот такая сегодня прикольная серия получилась. Наши мастодонты находятся здесь. Тут Бугатти Дива. Вот такой вот пожарный броневичок из Припяти. Еще один военный ГТАшный. Ну и, ребята, вот такая самоходка восьмиколесная, здоровенный, прикольный агрегат, который взял аж 100 баллов. Если понравилась серия, ставьте лайки, подписывайтесь, ребята. Не забывайте подписываться на второй канал. Всем большое спасибо и всем пока. Пока, ребята.